Привет, друзья! С вами бывшая студия СССР. Переименуется на Скобелев 73. Объясняю, почему. Потому что у меня уже несколько было предупреждений. Если я не переименую свой канал, то мне просто его удалят за нарушение авторских прав. Скобелев 73. Это потому что я живу в Болгарии и рожден в 1973 году. Поэтому Скобелев 73. В общем, вот так вот, друзья. Единственное, что у меня остается, я сделал запрос на YouTube-канал по поводу студии «Время СССР». Там у меня нету, оказывается, нарушений никаких авторских прав. Потому что я назвал «Время СССР». Единственное, что будет запрещено, ставить логотип в заставке от «Время СССР». Даже нельзя использовать символы и вставлять на заставку. Ну, я думаю, заставка, она не обязательна. Думаю, все меня поддержат. Заставка это не обязательно. И, кстати, ссылочку на студию «Время СССР» я дам в описании. Переходите, подписывайтесь. Это на всякий случай будет запасной канал. Потому что кто смотрит меня на этом канале, знает, что один раз меня на месяц блокировали, даже побольше. Ну, если кто смотрит, на сколько примерно я не выходил, напишите в комментариях. До новых встреч, друзья! С вами был блогер Леха, канал Скобелев 73. До новых встреч!